Казанском федеральном университете прошел благотворительный бал «Маскарад» юридического факультета. Мероприятие проводится во второй раз. Идея родилась в прошлом году. Дело в том, что все мы знаем, что студенты-юристы любят иногда пощеголять в красивых платьях, поэтому мы подумали, что почему бы и не помочь в таком случае детям и объединить, собственно, эти два хороших дела. Для гостей была организована концертная программа. Все участники мероприятия сделали денежные взносы, которые пойдут на благотворительность. Количество участников составило более 100 человек. Сил было потрачено немеренно. Дело в том, что это мероприятие объединяет сразу все направления деятельности на юрфаке. Тут и культура, и благотворительность, и общественная деятельность, и даже спорт в каком-то плане. Все участники наши вкладывают в помощь фонду Анжелы Вавиловой, и за это мы им дарим наши календари с преподавателями нашего факультета. Хоспис 2003 года оказывает всестороннюю помощь детям с онкологическими заболеваниями из Республики Татарстан. Благодаря совместным усилиям медицины и благотворителей удается полностью вылечить от онкологических заболеваний до 75% заболевших детей. Все собранные средства будут направлены на строительство нового корпуса хосписа. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.